Во вторник, 11 июня, на площадке перед Рязанской областной филармонией состоялся второй концерт фестиваля Open Air в городском саду «Играет». Перед зрителями выступил квартет русских инструментов «Парафраз». О том, как подбиралась программа для последнего концерта ансамбля для широкой публики в этом сезоне, и о том, какие сюрпризы квартет готовит поклонникам в сезоне новом, корреспондент «Урея 7 новостей» рассказал художественный руководитель «Парафраза» Александр Рождествен. Я вижу много пожилых людей, много молодых. И, естественно, репертуар должен тоже соответствовать. Более демократичный, чем обычно мы играем в концертных таких залах. Вот. И сегодня, наверное, вы видели, что мы взяли в репертуар гусли, что это новое для нас тоже. Вот. Неаполитанские народные песни спела солистка филармонии Браткова Елена. И романсы спела заслуженная артистка России Голикова. Вот. Я думаю, что публика осталась довольна. Это самый главный результат. Не хочу опережать время, потому что много интересного. У нас ведь на следующий год будет юбилей нашей родной филармонии. 75 лет. Поэтому мы там тоже готовим серию концертов. К нам приедут солисты Большого театра. Будет с нами выступать и другие солисты. А осенью мы планируем в нашем камерном зале тоже концерт квартета «Парафраз» с новой программой.